Трахба, господа, друзья, товарищи, RJ Снайпер снова с вами. И вот мы подбираемся к логову Крамиракса, точнее его сынишки. Так, давай, Варкидик, открывай нам дверь. Опа, отлично, теперь ты еще и трезвый. Только этого не хватало. Думал, ты мне поможешь, а ты... Ладно, продолжим наше похождение с нечесанным Гарольдом. Я чувствую, сегодня будет же скач. Даже несмотря на то, что у меня есть прекрасный, взъерошенный, желто-черный пистолетик. Какие милые крабики. Но они меня сегодня в слив не отправят, это точно. Но тут есть туземцы, а они известны своим жестким дисбалансом. Так. Идет налево. И придется идти налево. Ну, елки-палки. Это явно не к добру, господа. Ну, крабик, давай, давай. Ух ты, какой ловкий. Прям так и норовись обнять. Трачу захват, чтобы убить маленького крабика. Да, удары в ближнем бою сейчас настолько неэффективны, что даже если попытаюсь стукнуть маленького варкида, ему от этого будет по меньшей мере ничего. Ну что, идем по пути. Так, вроде бы все нормально. Та-бам-па-да-бам-па-да-бум. Вот ты понеслась. Так, ну что. Да, плохо ты валишься, однако. Лучше я... Ну, была не была. Надеюсь, я иду в правильном направлении. Так. Кто это? Хорошо, что это крабик. Он-то не проблема. Так, стоп, что это было? Что только что вырвалось в землю? Что? Опа. Отлично. Я буду очень рад. Очень-очень рад. Нет, я не рад. Я вообще не рад. Что это за гробоидное создание? Червяк многодольчатый, трехдольчатый, трилобитный и так далее. Я же говорю, сейчас будет веселуха. Я опять... И откуда он взялся? Откуда этот гигантский вракет взялся? Когда он успел уже вырасти? Ладно, я попытаюсь вас отвлечь от этой бурной суматохи. Снова подпрыгиваю разрыв, который вообще мне пригодился в другой ситуации. Хотя нет, это та ситуация. Вот, как раз он мне и помог. Я в последнее время очень долго думал, какую бы следующую тему для эксперимента выбрать. Как известно, Лилит как игровой персонаж я буду делать, это обязательно. Как же без нее, как же без нашей родной Лили? Возможно, я все-таки сделаю дополнительную тему в этом же контексте. Нужно ли Borderlands, мастерская Steam или Creation Kit? И, в общем, любой другой способ создания модов. Да, уже скажу, он реально нужен, но я должен буду это аргументировать более длинным видео, где более подробно все буду вам вещать. Еще я хочу сделать пару видео, объединяющих несколько игровых, не только игровых серий. Скажем, я буду искать отличия и сходства между персонажами из абсолютно разных категорий. Искусство, кино и так далее. Скажем, попытаемся сравнить Джека... нашего красавчика с каким-нибудь персонажем фильма, который очень похож по судьбе и по характеру. И в таком же духе можем описать абсолютно любое событие и найти какую-нибудь особую мораль. Все, меня сейчас сольют. Вот, пожалуйста, первые сливы. А нет, первых сливов еще не будет. Не дождетесь. Да, но на это я потратил почти все патроны разрыва. Так, надо отомстить всем и каждому. Где эти красавцы? Варкиди, какой же ты хороший. Просто как может быть вот этот Варкидик восьмого сверхуровня? Как? Без понятия. Так, вообще, как добраться туда? Без понятия. Хотя, может быть, я что-то где-то пропустил. Что же, где же я? Пропустил. Да, вон там подъем, я должен как-то туда перебраться. Но для этого я должен пройти через целую ораву красавцев. О, там уже полноценный взрослый камашня.
Еще чуть-чуть, и червоед просто не замешкается вылезти. Но у меня не работает зловещий триггер на увеличение количества игроков якобы до 4. Так что лишний геморрой мне не нужен. И разрыв у меня тоже есть, так что 100% вероятность выпадания его мне совсем не нужна. В конце концов, я играю в игру не ради фарма, а просто чтобы пройти это дополнение. Так бы я бы его ни за что не прошел, но я его снимаю, и, возможно, я чем-то вас и заинтересую, так что у меня есть хороший стимул. Вообще, стимул — это движущая сила всех людей. Ну, по крайней мере, тех, которые любят отрывать свой шех за Д от своего типичного места расположения. Ну что, в Аркида мы все-таки пришлепнули мотивация. Если мы его пришлепнем, можем спокойно идти дальше. Так, подберем боеприпасы. Ух, отлично. Все боеприпасы сразу. Редкость большая, учитывая то, сколько боеприпасов сейчас абсолютно не нужны. Вон винтовка моя снайперская, точнее несколько, до сих пор без дела. Так, что это за красавцы? Надо их все-таки ликвидировать. Так, там есть шаман, прекрасно. А этот чувак очень-очень живучий, не только он. Давай. Слушай, реально одержимый чувак. Вспоминаются зловещие мертвецы. Почитай книжечку, покусай ближнего своего, и будет всякая демонятина чертобесина ходить. Ах, ну, хотя бы деньги для респауна очень даже подойдут. Так, опять это попрыгунчик туда-сюда, туда-сюда. Так, ловим дополнительную комплектацию. Отлично. Чуть-чуть. Извините, если кто только подключился, Гарольд тут. Это наше все. Я очень даже рад, что я все-таки обнаружил его у себя в инвентаре. Жаль, хотелось бы обнаружить все у себя, я симулянт. Еще какой-нибудь полезный щит, но извиняюсь. За это время только сажатель на кол, только сажатель на кол. Отлично, сейчас меня будут... Ай, совсем забыл, что шаманов сопротивление к моему захвату. Ай, а вот сейчас... А вот сейчас пойдет вся партейка на слив. Да, на слив. Господи, провал в текстуре. Я же говорю, баги в Borderlands до сих пор присутствуют. Да, они, может быть, несущественны. Ну, если бы это был Elder Scrolls, каждый бы баг обстёбывался, обсмеивался и так далее. Но это, извините, Borderlands. Тут почему-то еще не умеют так смешить. А надо, я думаю, что... Нужно. Нужно стремиться к тому, чтобы быть не просто не хуже других серий, а даже лучше. В конце концов, так, все-таки бить или не бить? Так, сдержим мы тебя. Давай. Хоть одного ликвидируем. Хоть одного. Фух, отлично. Так. Все, я думаю, что, может быть, хватит с него. Нет, с ума сойти. Как можно после такого выжить? Да, а еще говорите, что... Сложность в Borderlands для максимального реалистичности существует. Какая же тут реалистичность, если я не могу убить этого шамана гранатой? Ну и вообще, какой реализм в игре, где, сливаясь, ты возрождаешься на лежащей станции клонирования, пусть даже за определенную плату. Так, чувствую, сейчас я на недолго завершу наше действие. И снова его начну. Отлично. Ну что поделаешь, мой фрапс и бандикам очень ограничены во времени. Если хочешь, чтобы он снова работал, извиняюсь. Плати денежку, $37. По крайней мере, за фрапс точно. А за бандикам требуется регистрация, за которой явно последуют различные кабальные делишки. Так, ну что, сейчас меня кто-то окружит. Да, бум-шакалака. Нет, я, конечно, понимаю, что
В любом вестерне в этой ситуации я бы всех сразу же перестрелял. Но это не вестерн. Тут, скорее, меня расстреляют. Причем это будет допрос и расстрел со всеми красками КГБ и прочих спецслужб. Лучше меня отправили в ГУЛАГ. Я лучше сам туда убегу. Так, я опять промазал. Отвлекающий маневр. Беги, беги, беги. Так, вон. Строчок в аркиде. Опять я должен кого-то... Так, 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 так. Не уходи, не уходи, родной. Гробой, ты жирный. Ух, не жирный. Нашлись такие. Так, ну что, сейчас устроим месиво с нечесанным Гарольдом. Ай, ай, ай. Не богу, в любой другой ситуации... Не, я бы не выжил, не они бы давно не выжили. Отлично, тут еще шаман, мистер Дисбаланс 2033. Заметьте, то, что я играю Мэй, мне очень помогает. Возможность увеличенного магазина увеличит скорость перезарядки и притяжение при использовании захвата. Очень полезно, хотя, если честно, даже самая обычная сингулярность работает лучше любого захвата. Но я думаю, что граната Торга все-таки чуть-чуть влияет на качество повреждений. Давай. Лежать. Так. Отстань, отстань, отстань. Да, я понимаю, захват против шаманов неэффективен, но он все-таки их немного сдерживает. Так, ну что, давай, давай, давай. Давай, вожу, 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 да. Ёлки-палки, почему ты не работаешь? Ага, отлично, я должен был выслушать длинный монолог относительно, а потом уже вводить. Что за небезобразие? Надеюсь, сотворкит хоть будет как-то помогать. Так, что это за присядочка? Отомстить? Да, конечно, он хотел отомстить искателям хранилища. Да-да-да-да-да-да. Карантин. Ну, понятно, что карантин. Какой же тут отдых, если тут полно шаманов бешеных. Полно пиратов и так далее. Еще здоровенный крабочерп. И вообще, карантин на курорте должен быть всегда, учитывая то, что пушки... Мне нравится убить каждого, кто пытается залезть в воду хотя бы на секунду. Так, отстань от меня, пожалуйста. Отстань, я делаю... Я воспитанно говорю тебе, отстань. Отлично. Сейчас будет темная ночка. Для меня. Все. I will die, my dear. Вот слив номер 2. Пацан с шестерками может уже радоваться и глумиться. Ага, черта с два. Потому что я просто прохожу эту игру. Если да ты не играл в Resident Evil, ты, наверное... Не знаешь, что умирать там приходится часто. Все лишь зависит от того, как ты себя обустроишь, вообще как ты будешь играть. Даже если ты будешь хорошо играть, так не буду я его бить. Если будешь ты хорошо играть, все, но есть вероятность, что тебя очень часто будут убивать. Так, нужно найти для разрыва хоть какие-то боеприпасы. РПГ штука хорошая, но и стоит соответственно. Упс. Bad company till I die. Так, ну что? Сейчас будет шаман. А нет, не шаман. А хотелось бы, чтобы это был шаман. Я бы ему тут устроил темную ночку. Отлично. Я потратил на 6 патронов больше, но зато я точно добил этого чувака. Так, где этот шаман? О! Поначалу лучше пришлепнуть его помощников. Отлично, только не черная дыра. Отлично, замечательно. Я тебя люблю. Давай, 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 давай. Вот это поворот. Я люблю шаманов. Что-что, за это я их уважаю. Не даются ни капельки. Но попытка не пытка. Начнем все еще раз. Так, может что-нибудь поменять? Хотя...
вероятность, сингулярность. Нет, 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 нет. Дополнительная комплектация все-таки. Хотя. Нам же нужен сейчас быстрый хилинг. Вот ты воспользуешься гранатой. Резус отрицательный. Или О негатив. То есть Zero негатив, пожалуйста. Шаман, не бей меня. Я собираюсь разобраться, жду с другим шаманом. Так, я иду, 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 иду. Я вижу, я, по-моему, вижу шамана. Да, я вижу его. Итак. Everywhere I go, Maya all everybody know. Pretty Maya have two girls that she loves to show. Everywhere she go, Savage always know that pretty Maya have a garret what she loves to show. Ну вот ты умер. Умри, умри, красавец, шаманчик, не я тебя искал, а кроме Ракса. Так, сегодняшний выпуск не отличается особой информативностью, но что поделаешь? Когда-то ты отстреливаешься от кучи всяких мордоворотов, лучше не рисковать. Так, ну что, могу собрать тебе припасы, это хорошо. Ай, что? Ах, ты протрезвел? Да, конечно, я помню уступ на логове Крамеракса. Честно, очень важно. Ай, ёлки-палки, давай, давай, ты сможешь. Ты можешь. You must win. Вот вопрос, как я умудрился нанести последние пару секунд самый большой урон? Ладно, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был RG Sniper. Следующий выпуск ждите с часа на час. До свидания.